пожаловать на мой канал «На улице лето», и сегодня я предлагаю вам рецепт из баклажанов. Баклажаны в духовке. Для приготовления нам понадобится сам баклажан, у меня баклажан 380 грамм, тертый сыр, если у вас есть моцарелла, то плюс к тертому сыру это вообще будет супер. Пюре томатов или томатный соус, шампиньоны, лук, помидор, кинза или петрушка, чеснок, специи. В процессе приготовления я буду рассказывать, какие специи нам понадобятся. И растительное или оливковое масло. Сначала я займусь самим баклажаном. Плодоножку я немножечко вот так очищаю. Полностью я ее отрезать не буду. Можно отрезать, но я вот так сделаю. Для красоты, чтобы хвостик маленький остался у нас. Я буду готовить один баклажан на две порции, потому что у нас не все любят дома баклажаны. Ну вот, мы с дочкой будем кушать баклажаны. Разрезаем напополам баклажан. Вот такие две половинки у нас получились. Вы, конечно же, можете удвоить или утроить в порции, и будет у вас побольше. И теперь нам нужно сделать разрезы, надрезы и разрезы. Сейчас я вам покажу. Я буду делать вот такие вот надрезы. Делаем вот здесь как бы такое место для фарширования. И потом вот таким образом полностью баклажан прорезать не нужно. Ну, вот такими как бы кусочками прорезаем. Вот так. И то же самое делаем со второй половинкой. Пока мы занимаемся баклажанами, я поставила разогреваться духовку на 220 градусов. Сейчас нам нужно их хорошенько посолить. Как-то даже втереть немножко соль. Немножко вот так можно отодвигать, чтобы перчик и соль попали везде в прорезы. И вот так натираю хорошо. Также я буду натирать немного сушеным чесноком, но это по желанию. Если вы не любите чеснок, то можно этого не делать. Или можно натереть свежим чесноком тоже. Выдавить его и натереть. Теперь я беру жаропрочную емкость и выкладываю в нее баклажаны. И сверху немного поливаю оливковым маслом. И немного промазываю, чтобы масло попало внутрь, везде, чтобы масло у нас попало. Баклажаны отправляю в духовку. Разогретую до 220 градусов на 30 минут. Пока баклажаны выпекаются, я займусь овощами. Сначала мелко нарезаю лук. За луком буду нарезать шампиньоны. Шампиньонов у меня где-то 200 грамм. Я люблю сочетание шампиньонов с баклажанами, поэтому в это блюдо ложу много шампиньонов. Помидоры очищаем от кожуры и нарезаем на мелкие кубики. Мелко нарезаю кинзу. Выдавливаю несколько зубчиков чеснока. Все ингредиенты нарезаны, и сейчас постепенно я буду все обжаривать. Сковородку я поставила на огонь, налила немного растительного масла. Сначала обжариваем лук. За луком буду обжаривать шампиньоны. Баклажаны у меня выпекались 30 минут. Проверяем вилочкой вот так. Можно по краешку проверить. Вот если они мягенькие, значит уже готовы. Что мы делаем дальше? Теперь нам нужно вот эту мякоть, вот эту серединку вытащить. Ну вот, всю мякоть из баклажанов я вытащила посерединке. И сейчас буду вот это добавлять в грибы и лук. Затем сюда же добавляю чеснок,
помидоры. Немного все перемешиваю. Запах стоит обалденный. Очень вкусно пахнет. Начинка у нас сегодня для баклажанов очень-очень вкусная. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Получается обалденно вкусно. В итоге я томатный соус решила не добавлять. И так очень вкусно. Я уже попробовала немножко. Если хотите, то добавьте 2-3 столовые ложечки томатного соуса или томатного пюре. И добавляем сюда зелень. Все это нам осталось посолить. Чуть не забыла. Солю, перчу, соль, перец по вкусу. И добавляю 1 чайную ложечку сахара. Сахар всегда делает вкус таким более насыщенным. Добавляю немножко паприки. У меня сладкая паприка. И все еще раз немножечко перемешиваю. Начинка готова. Я выключаю. И сейчас буду этой начинкой фаршировать баклажаны. И то же самое делаю здесь. Немножечко еще раз присыпаю сыром. Баклажаны еще раз отправляю в духовку буквально на 15-20 минут, чтобы сыр расплавился. Баклажанам я приготовила телятину в сливочно-грибном соусе. А как ее приготовить, есть видео на моем канале, ссылку я вам оставлю в описании под видео. Такой красивый ужин у меня сегодня получился. А если видео вам понравилось, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал, пишите мне свои комментарии. Мне всегда очень приятно, когда вы пишете комментарии. Я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!